yere ko harkeli barikamne rengene. Et koche vor nor undervela, ask banak ahtanak, shat duruseka. Uzmemim yelotus ksem et koskeriz. Ask banak ahtanak. Ask banak ahtanak. Кенерик Байцер Сенгер Хоса. Вы знаете, в чем дело? Дело в том, что нами сейчас пытаются управлять те люди, которые вообще в армии даже не служили и все время на армию все время грязь лили. Ну, например, Пашинян говорит, не служил, потому что его два брата до него служили, третий мог не служить. Но ты все-таки из деревни Енокаван и Джаванского района. Когда каникулы были летние, мог же прийти на пост, встать на пост, хотя бы два дня постоять. Не было тебя, никто не помнит, что ты туда пришел. Никто тебя там не видел. Есть такой Степик Сапарян. Вот такой. Да. Вот смотрите, был на должности Вазген Манукян, поменялись Степиком Сафаряном. Вот как можно их сравнивать вообще? Степик Сафарян говорит, что когда была война, мне было 14 лет. В 92 году ему было 19 лет. Зачем врешь, Степик Сафарян? Ты просто трус и дезертир. Правду говорю. А теперь обращаюсь к нашим офицерам. Во-первых, я прошу всех выступающих обязательно подчеркивать, не только генеральный штаб, генералитет это заявление сделал. Это вся армия сделала. Это все командиры сделали это заявление. Вы понимаете? Не может командир полка присоединиться к заявлению, с которым не согласен его личный состав. Если он присоединился, значит, он говорил с командирами батальонов, с командирами рот, а те говорили со своими подчиненными солдатами, контрактниками, и только после этого случилось то, что случилось. Просто так ничего не бывает. Никто чисто на себя, вот я хочу и заявляю. Я хочу и заявляю, за тобой кто-то должен стоять. За нами стоит вся армия, вся наша армянская армия. Понимаете, это уже все, дальше уже некуда. Мы обязательно должны довести вот это дело до конца, и очень быстро должны довести это дело до конца. Вы понимаете, уже даже у Эрдогана, у Алиева уже какой-то мандраж появился. Все время заявления начали делать. Все волнуются, что случится. И почему-то только они вот обеспокоены в том, что творится в Армении. Почему они обеспокоены? Знаете почему? Потому что помнят, что армянская армия их била и будет бить. И мы обязательно все это вернем. Я обращаюсь с большим уважением к своим всем сослуживцам, бывшим, кто на пенсии, офицерам, прапорщикам, солдатам, сержантам, контрактникам, ко всем обращаюсь. Будьте уверены, что народ с вами. Я вижу перед собой десятки тысяч людей. Они все с вами. Они вас любят и они вас не оставят. И в конце. Аск банак ахтанак. Аск банак.